У студентов ЕНУ появится возможность представить свои авторские проекты в эфире Хабара. Сегодня руководители двух организаций подписали новый меморандум. Такое сотрудничество пойдет на пользу будущим журналистам, уверены специалисты. Различных вопросов у будущих журналистов накопилось немало, поэтому встреча с председателем агентства «Хабар» прошла довольно продуктивно. Студенты интересовались сферой медиаиндустрии, говорили про личностный рост и даже затронули тему политики. В нашем вузе есть аудитория под названием «Хабар». Ежегодно журналисты агентства проводят для наших студентов лекции и мастер-классы, делятся бесценным опытом. Такие занятия идут на пользу студентам. Они узнают много интересной информации из уст самых опытных коллег. Сегодня факультету журналистики ЕНУ исполнилось 12 лет. В честь юбилейной даты Берик Уали преподнес вузу подарок от спонсоров. Современный укомплектованный фотоаппарат станет помощником студентов при создании телевизионных проектов, которые в будущем могут попасть в эфир республиканского канала. В дальнейшем на одном из телеканалов агентства «Хабар» мы планируем выделить 10 эфирных минут для студентов ЕНУ. Это время им будет отведено для реализации собственных телевизионных проектов. Это уникальная возможность для будущих журналистов освоить азы выбранной профессии. С начала года 15 студентов ЕНУ уже прошли профессиональную практику в агентстве «Хабар». Причем двум из них удалось стать частью профессиональной медиакоманды. Сабина Балашкина, Мирей Муратханказе, Артур Горшняков, Хабар 24.